o realizaciji projekta modernizacije železničke pruge Beograd-Vrbnica, granica sa Crnom Gorom, deonica Valjevo, granica sa Crnom Gorom između Republike Srbije i otvorenog akcionarskog društva Ruske železnice Radmenića. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i generalni direktor Ruske železnica Oleg Belozorjev. Соглашение о совместной реализации проекта модернизации железнодорожного участка Белград-Бар между Республикой Сербии и открытым акционерным обществом Российские железные дороги. Заместитель председателя правительства, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербии Зорана Михайлович и генеральный директор Российских железных дорог Олег Валентинович Белозеров. Sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Ruske federacije o predaji Petrokruškog lista Miroslavljevog evanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Konstantinovića Rerika Ruskoj federaciji razmenit će ministar kulture i informisanja Vlada Vukosavljević i ministar kulture Vladimir Medinski. Соглашение между правительством Республики Сербии и правительством Российской Федерации о передаче Петербургского листа Мирослава Евангелия Республики Сербии и картин Николая Константиновича Рериха Российской Федерации обмениваются министр культуры и информации Республики Сербии Иван Лукасанович и министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Ruske federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita vlade Republike Srbije razmenit će ministar financija Siniša Mali i zamenik ministra financija Juri Zubarjev. Соглашение между правительством Республики Сербии и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Сербии государственного экспортного кредита обмениваются министр финансов Республики Сербии Синиша Мали и заместитель министра финансов Российской Федерации Юрий Иванович Зубарев. Sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Ruske federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja razmenit će ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i zamenik ministra poljoprivrede Sergej Levin. Соглашение между правительством Республики Сербии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина и защиты растений обмениваются министр сельского лесного водного хозяйства Республики Сербии Бранислав Кузимович и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Львович Ленин. Меморандум о разумевании между Министерства просвете, науки и технологического развития Влады Республики Сербии и Министерства просвете Русской Федерации разменичен. Министр просвете, науки и технологического развития Младен Шарчевич и первый заместник министра просвете Павел Денисов. Меморандум о взаимопонимании между Министерством просвещения, науки и технологического развития Республики Сербии и министром просвещения Российской Федерации. Министерством обмениваются министр просвещения, науки и технологического развития Республики Сербии Младен Шарчевич и первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Павел Станиславович Зинкович. Sporazum između Republike Srbije i vlade Ruske federacije o saradnji u izgradnji Centra za nuklearnu nauku, tehnologije i inovacije na teritoriji Republike Srbije razmenit će ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i generalni direktor kompanije Rosatom Aleksej Lukačov. Saglašenje među pravitelstvom Republike Srbije i pravitelstvom Российской Федерации о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки, технологии и инновации на территории Республики Сербии. Обмениваются министр без портфеля ответственность за инновации и технологическое развитие в правительстве Республики Сербии Ненад Попович и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Евгеньевич Лихачев. Меморандум о разумевании между кабинета министра задуженного за инновации и технологический развой Влады Республики Сербии и Министерства индустрии и торговли Русской Федерации о сарадне в области развития, инновации и дигитальных технологий в индустрии разменит министр без портфеля задужен за инновации и технологический развой на основу Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров по инновациям и технологическому развитию правительства Республики Сербии и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о сотрудничестве в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности. Обмениваются министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Николаевич Чазанцев. Меморандум о взаимном разумевании между Министерством привреды Республики Сербии и Министерством индустрии и торговли Русской Федерации о организации русской индустрийской производни на территории Республики Сербии разменит će Державный секретарь Министерства привреды Республики Сербии Драган Стеванович и заместитель министра индустрии и торговли Русской Федерации Олег Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Республики Сербии и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по локализации российских промышленных производств на территории Республики Сербии обмениваются госсекретарь Министерства экономики Республики Сербии Драган Стеванович и замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Николаевич Рязанцев. Protokol o saradnji između Uprave carina, Ministarstva financija Republike Srbije i Federalne carinske službe Ruske federacije u borbi protiv carinskih prekršaja u vazdušnom saobraćaju i Memorandum o razumevanju između Uprave carina, Ministarstva financija Republike Srbije i Federalne carinske službe Ruske federacije
o saradnji carinskih službi na aerodromima Nikola Tesla Beograd i Šeremetjevo Moskva u oblasti borbe protiv prevara razmenit će direktor Uprave carina Republike Srbije Miloš Tomić i šef Federalne carinske službe Ruske Federacije Vladimir Kulavić. Protokol взаимодействия между таможенной администрацией Министерства финансов Республики Сербии и Федеральной таможенной службой в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров и транспорта. Меморандум о взаимопонимании между таможенной администрацией Министерства финансов Республики Сербии и Федеральной таможенной службы по взаимодействию таможенных органов в аэропортах Шереметьево, Москва, Никола Тесла, Белград в сфере противодействия мошенничеству. Обменялись директор таможенной администрации Министерства финансов Республики Сербии Милош Томич и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Иванович Булавин. Aneks ugovora za projektovanje i izvođenje radova na izgradnji železničke infrastrukture i izgradnju jedinstvenog dispečarskog centra za upravljanje saobraćajem vozova u Republici Srbiji između akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom Infrastruktura železnice Srbije i otvorenog akcionarskog društva Ruske železnice razmenit će direktor Infrastruktura železnice Srbije Miroljub Jeftić i generalni direktor Ruske železnica Sergej Pavlov. Дополнительное соглашение к контракту на проектирование и выполнение работ по строительству железнодорожной инфраструктуры и создание единого диспетчерского центра по управлению движением поездов и Республики Сербии между инфраструктурой железных дорог Сербии и РЖД Интернешнл обменялись директор инфраструктуры железных дорог Сербии Миролюб Ефтич и генеральный директор РЖД Интернешнл Сергей Алексеевич Павлов. Ovim je ceremonija razmene dokumenta završena. Hvala vam. Церемония обмена документами завершена. Спасибо. Zamolit ću predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Ruske Federacije Dmitrija Medvedeva da nam se obrate. Nažalost, zbog obaveza ove delegacije nemamo vremena za pitanje. Predsedniče, izvolite. Prosim prezidenta Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsedatelja pravitelstva Rasijske federacije Dmitrija Anatolijevića Medvedeva obratiti se k prisustujućim. Poštovani predsjedniče vlade Ruske federacije, dragi prijatelju Dmitrije Anatolijeviću Medvedeva, veliko hvala što se danas nalazite u Beogradu i osnovna stvar koju bih želeo da danas kažem da se osjećamo veliku čast jer zajedno sa nama obeležavate 75 godina od oslobođenja Beograda, 75 godina kada su Crvena armija i srpski partizani zajedno ušli u grad, oslobodili ga od fašista i sa ponosom ističem činjenicu da kao narodi koji su pretrpeli užasne gubitke u Drugom svjetskom ratu i danas predstavljamo snagu koja se bori protiv falsifikovanja istorije, protiv drugačijeg tumačenja svega što se u Drugom svjetskom ratu dešavalo. Vaša poseta danas Beogradu i Srbiji je upravo dokaz da nećemo dozvoliti da se istorija preinači i da ćemo uvijek pokazivati najveće poštovanje za ruske i srpske heroje koji su oslobodili. O srpskim herojima mogu da govorim i o Srbiji i o prostoru nekadašnje Jugoslavije, a Rusi za celu Evropu. Takođe, želim da kažem da Srbija i Rusija imaju izuzetno prijateljske odnose i možda to nikome ne bi bila neka novost, ali želim da kažem nešto više od toga. Čini mi se da posle mnogo susreta sa predsednikom Putinom i premijerom Medvedevim, čini mi se da mogu da kažem da su naši odnosi na možda najvišem nivou u poslednjih nekoliko decenija, da su oni puni iskrenog poverenja, uvažavanja i razumevanja stavova. Što je od ključnog značaja, naravno, za nas koji smo manji partneri u tim odnosima, jer uvek možemo da računamo na podršku i pomoć Rusije, pre svega kada reč o našim političkim odnosima. Mi našu saradnju razvijamo na taj način da jednim drugima pomažemo i u međunarodnim institucijama, organizacijama, da se trudimo da uvek razumemo jedne i druge i hvala našim ruskim prijateljima Dmitriju Anatolijeviću, Vladimiru Vladimiroviću, što uvek imaju dovoljno vremena ne samo da nas čuju, već i saslušaju Srbiju i da razumeju težinu pozicije u kojoj se Srbija u političkom smislu i danas nalazi. Što se tiče jedne od važnih tema
jer je najvažnija tema o kojoj uvek razgovarate, a ne možete da odvojite od politike, to su naši ekonomski odnosi. Naša trgovinska razmena iz godine u godinu raste i 2018. godine je dostigla 3 milijarde 60 miliona dolara, dakle što je za 18,6% više nego 2017. godine, kada smo imali 2 milijarde i 580 miliona dolara. U svim sferama naša trgovinska razmena raste. Verujem da zbog velikog zalaganja premijera Adriana Anatolijevića i premijerka Brnabić da ćemo imati još veću razmenu u sferi interneta, softvera, digitalizacije. Oboje se, rekao bih, na veoma posvećen način tim poslom bave, ali za nas je veoma važan sporazum koji će za nekoliko dana u petak biti potpisan u Moskvi, to ću da se zahvalim Ruskoj federaciji na tome, jer ljudi ovde treba da znaju da to znači mnogo više posla za naše radnike, mnogo više posla za naše ljude. Oni će moći da probaju srpski vinjak, 90.000 litara srpskog vinjaka, ja mislim da je taj srpski vinjak mnogo bolji od različitih i brojnih vrsta francuskog konjaka. Samo se vi meni smijete, ja sam sasvim ozbiljan kada to govorim. A Rusi to umeju da cene, pa ćete da vidite, o tome će da žive mnogi ljudi u ovoj zemlji, da ne pričamo o našim proizvodima, o cigaretama i mnogo čemu drugom i hvala našim prijateljima što su oslobodili deo svog tržišta za srpsku robu, za srpske proizvode, kao što smo mi uvek spremni da to učinimo sa robom koja stiže iz Ruske federacije. Takođe, za 8 meseci u 2019. godini ukupna trgovinska razmena je 2 milijarde 181 milijuna evra, što je za nepunih 8% više nego prethodne 2018. godine, tako da, kao što vidite, u odlučnom smeru se razvijaju naši trgovinski odnosi. Želim da kažem da što se poljoprivredni proizvod tiče, naš je najveći izvoz u Rusku federaciju, ubedljivo najveći 350 miliona evra, tako da naši poljoprivrednici, naši seljaci, naši domaćini upravo najveću korist imaju od saradnje koju imamo sa Ruskom federacijom. Želeo bih takođe da kažem da smo danas imali priliku da prisustvujemo prikazu vojnih sposobnosti, borbenih sposobnosti Vojske Srbije. Deo smo našeg arsenala samo pokazali, ali sam posebno zahvalan premijeru Medvedevu što je primetio ogromnu razliku u našoj operativnim sposobnostima danas u odnosu na naše sposobnosti vojne pre nekoliko godina. Zaista, i ja sam ponosan na Vojsku Srbije, razlika je bukvalno kao nebo i zemlja. I zahvaljujući vašoj podršci i vašoj pomoći, zahvaljujući i našem novcu i ekonomskom napretku Srbije, mi smo sa 0 ili 1 MiG-a 29 uspeli da dođemo do 14, 29 i uspeli smo da dođemo do toga da ove godine kupimo 19 helikoptera novih, a nismo ih kupili 45 godina. Ni jedan. Govorimo o teškim helikopterima. Ja mislim da to pokazuje koliko Srbija napreduje, kojom brzinom, ali mi to ne bismo mogli bez vaše podrške, bez vaše pomoći i na tome vam veliko hvala. Pri tome vi dobro znate da smo mi ponašamo odgovorno, ozbiljno, da nikada nikoga ne ugrožavamo i da sve to što radimo, radimo da bismo svoju poziciju popravili i da bismo bili sigurni da možemo da sačuvamo svoj narod, svoju zemlju, svoje nebo, svoje ljude. Hvala vam na tome i hoću da kažem da smo mi naročito zainteresovani za nastavak saradnje u svim drugim oblastima društvenog života i sa ponosom želim da vam kažem da ćemo konačno i u našem Narodnom muzeju videti tu 166. stranicu Miroslavljevog evanđelja, dakle i koja nam iz Petrograda dolazi i dugo je to trajalo. A ja verujem i nadam se da ćemo u budućnosti, mi smo počeli prve razgovore o tome, moći da imamo i stalne i povremene izložbe i Ruskog muzeja i Trecijakovske galerije, nadam se i Ermitaža, na tome ćemo da radimo. Dakle, brojne su sfere mogućnosti naše saradnje i ja sam zahvalan našim ruskim prijateljima na podršci, pomoći i na tome što nas tretiraju kao ravnopravne i što nas tretiraju kao prijatelje, baš onako kako mi njih doživljavamo. Još jedan put vama lično hvala, poštovani prijatelju, dragi prijatelju Dmitrije Anatoljeviću, hvala vam
što ste danas napravili ovako težak raspored i pitao sam se kako ćete da izdržite, ali vidim da sad to ide dobro. Jeste, smijete se vi, pa da imate 50 događaja u jednom danu, pa da vidim koliko to tako slahoćeno izdržao. Ali hvala vam na prijateljstvu, hvala na dobroj i iskrenoj podršci koju Srbiji pružate. Srpski narod to ume da prepozna, srpski narod to ume da ceni i molim vas da prenesete naše pozdrave predsjedniku Putinu, a ja sa radošću iščekujem naš, mislim, 17. susret u Soči 4. decembra. Još jedan put, dobrodošli u Beograd, dobrodošli u Srbiju koja danas zajedno sa vama slavi praznik i sutra, dakle, pre svega oslobođenja Beograda, oslobođenja našeg glavnog grada i veliko hvala i za to što ste nam u tom najtežem poslu pomogli te 1944. godine, ali veliko hvala za pomoć i podršku koju nam danas pružite. Hvala predsjedniče. Predsjednik Vlade Ruske Federacije, gospodin Dmitrij Medvedev, izvolite. Уважаемый господин президент, дорогой друг, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, как строго говорят, вообще еще день не закончится, так что мне нужно запастись терпением, слово нам еще потребуется. Но я очень рад, что этот день я провожу среди друзей, и этот день особенный, действительно, 75 лет освобождения Белграда. Не так много в настоящий момент стран, в которых мы, во всяком случае в России, можем сказать, что это наши друзья, но не просто друзья, а друзья, которые одинаково вместе с нами оценивают историю. История ведь штука такая противоречивая, люди очень любят эту историю переписывать, и подчас это приобретает отвратительную форму. Особенно, когда это касается событий, в отношении которых не должно быть спора. Никто не против науки, исторические науки. Никто не против, тем более, разных точек зрения. Но есть действительно черные страницы, есть светлые страницы. И вот это не должно быть предметом политического торга, манипуляций. Это всецело относится к таким событиям, как освобождение Белграда, победа во Второй мировой войне. Самое главное, оценка жертв, которые были принесены на алтарь освобождения наших стран и наших народов. Я не идеализирую государство. Государство – это, нас всегда учили, лишь надстройка. Но народы, они являются истинными творцами истории. И вот эти народы 75 лет назад победили здесь фашизм. И избавили Европу от того, что уже в тот момент было. Концентрационные лагеря, казни. Раз. И вот эта страница, она все дальше и дальше от нас. Но тем ценнее такого рода мероприятия и встречи. И на нас все больше ответственность за сохранение исторической правды. Когда я сегодня возлагал венки к мемориальным памятникам, то там были ребята, которые приехали из России, сербские ребята. И вот я хочу сказать, что очень важно, чтобы именно молодежь понимала на самом деле, сколь ценен мир и сколько сделали наши предки для того, чтобы он пришел в нашу землю. Именно поэтому мы сейчас стоим в этом зале и обсуждаем насущные проблемы. Причем обсуждаем их как равные партнеры. Я уже говорил об этом сегодня, выступая с общими, говоря с представителем правительства, господин Брнабич. Наша задача делать эти отношения максимально доверительными, но абсолютно прагматическими. Это главное. Вот если они будут прагматичны, у них есть деньги. Если мы будем пытаться использовать какие-то идеологические клише, то
скорее всего, эти отношения испортятся. Дружба, основанная на прагматизме, я считаю, что это наш девиз для будущего. И есть результат, только что коллеги продемонстрировали. Есть очень крупные компании, которые работают в Сербии, которые дают значительную часть объемов поступлений в государственный бюджет Республики Сербия, такие как «Лютина» и «Лютина» Сербии. Есть компании поменьше, но от этого не менее ценен их вклад в общее развитие. Мы сегодня говорили об энергетических проектах. Очевидно, что мы будем и дальше их развивать, тем более, что уже вложено весьма приличное количество денег. Это касается и нефтяной сферы, это касается и газовой сферы. Все мы ждем запуска турецкого потока, мы сегодня это обсуждали. Я понимаю, что это всегда является предметом интереса со стороны журналистского сообщества. Я уверен, что этот проект заработает, там остались некоторые, в общем-то, относительно небольшие работы. Но в целом этот проект создаст и много рабочих мест, и самое главное, много доходов, Документы, которые были подписаны, они свидетельствуют о том, что развитие экономики в вашей стране вышло уже на новый уровень. Потому что мы говорим не просто о том, чтобы создать какую-то компанию, мы говорим о том, чтобы развивать инфраструктуру. Как это не дорожный документ, это инфраструктурный документ. Это нервная система экономики. Если она не работает, ничего не работает. Но мы только что были свидетелями подписания больших, серьезных документов в сфере железных дорог. Еще один проект, который ведет Росатом, Центр ядерной науки, технологии и инноваций. Это просто взгляд в будущее. И это не абстрактные ядерные технологии, о которых пишут в учебниках. Это вполне конкретные вещи, включая лекарства и исследования в медицинских целях. Это здоровье людей. Но это, уважаемые коллеги, доверительное сотрудничество. Вот, если мы заключаем такие соглашения, это означает, что мы друг другу доверяем. И это особенно ценно. Сербское хозяйство, которое сказал господин президент, я об этом уже сегодня говорил, наверное, это та сфера, которая в самой большей степени выиграла от антироссийских санкций и от ответных мер, которые ввело российское государство. Наши аграрии могут быть довольны, потому что мы общаемся, торгуем. Сербия нарастила объемы поставок сельхозпродукции в нашу страну. И, наверное, это хороший результат. Мы не загадываем ничего наперед, но здесь, мне кажется, уже есть основа добротная, на которой можно строить развитие. Но масса хороших проектов в гуманитарной сфере и информационно-культурные центры. Ну, наверное, особое сегодня значение имеет 166-й лист Мирославова Евангелия, поскольку это действительно святыня для сербов. Мы рады, что в конце концов договорились по такому очень чувствительному моменту. А чего скрывать? По таким вопросам очень трудно разговаривать. Вот в Россию возвращается картина Николая Рерика, который тоже имеет для России особую ценность. Это тоже партнерские шаги. Это тоже дружеские шаги. Что и президент сказал о том, что у нас сейчас беспрецедентный уровень взаимопонимания. Я согласен с этим. Самое главное его не растерять. А не растерять его можно только в том случае, если мы будем оценивать целый ряд международных событий с близких точек зрения. Я не буду долго говорить про косовскую проблему. Вы знаете, позиция России, она всецело опирается на резолюцию Совета Безопасности за номером 1244 и на то, что мы всегда говорили нашим сербским друзьям, что мы из полной поддержки Сербии своего суверенитета и территориальной целостности. Будем исходить из этого и впредь. Мы очень плотно работаем на самых разных площадках. Мы спокойно относимся к решениям, которые принимают наши сербские друзья, касающиеся евроинтеграционного проекта. Главное думать о том, о чем я уже сказал, чтобы такие решения были на пользу народу.
сразу Республики Сербия и, конечно, на пользу Российской Федерации. Тогда у этих отношений, наших отношений, не существует никаких ограничений. Тогда эти отношения действительно соответствуют высокому уровню 21 века. Спасибо большое за приглашение приехать к вам на празднование 75-летия освобождения Белграда в столь прекрасное время. 10 лет назад я был здесь ровно в те же даты, погода была хуже. Не знаю, является ли это символом наших отношений, но то, что с метеорологической точки зрения это так, это абсолютно так. Дорогие коллеги, спасибо. На этом церемония сегодня закончена.